Всем привет, новая заставочка, кому нравится заставочка, ставьте лайки. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что вчера был новый, лично для меня очень долгожданный юбилей, 50 тысяч подписчиков, зрителей на ютубе, на моем основном вот этом канале. И это не просто полтинник, который собрался за полтора года, это означает то, что такое большое количество людей подписано на видео и ждут новых видео. И это значит, мы на правильном пути, все здорово, и канал уже реально что-то весит. Большое спасибо всем, кто меня смотрит, оставляет какую-то ответную реакцию. Это лайки, комментарии, репосты, подписки, конечно. Те, кто еще не подписались на канал, подписывайтесь, дальше будет еще интересней. И что, собственно, будет дальше? В ближайшее время выйдет, наконец-таки, велотюнинг. Вот, совсем скоро. После него выйдет через какое-то время обучалка. Обучалка будет, скорее всего, Manual 180. И по поводу обучалок. В ближайшее время я буду снимать их, наверное, все-таки немного реже, как сейчас происходит это. И буду разбавлять более интересными видео, разнообразными, такими как Game of Bike, полюбишься вами. Game of Bike, наверное, самая популярная рубрика, сейчас набирает больше всего просмотров. Также будут дневники райдера с интересных мест, с новых стран, по возможности. И другие полезные всякие, тоже интересные видео. Думаю, вас не разочарую, точно будет все интересно, познавательно, полезно. Вот, следующий рубеж на канале, это, конечно же, в 100 тысяч подписчиков. Думаю, мы достигнем его к Новому году, по планам. И не забывайте про социальные сети проекта «Школа BMX Online». Это в первую очередь группа ВКонтакте, где мы выкладываем ваши видео по тегам «Школа BMX» ваши видео. Вот, там довольно большая аудитория, можете скидывать свои профайлы. Большая аудитория оценит. Получите ответную реакцию на ваши профайлы. Также мы там выкладываем музыку, естественно, все наши видео. Вот, и проводим конкурсы каждые 2 недели, сейчас будем проводить каждые 10 дней. И еще из социальных сетей, это, конечно же, Инстаграм, сейчас мы его активно продвигаем, там уже где-то 11-12 тысяч фолловеров. Там мы выкладываем новости и тоже ваши фотографии, вот такой Поршик черненький, Boxster S. Вот, очень там выкладываем ваши фотки с хэштегом SchoolBMX, так что можете под вашими новыми фотографиями с катания или просто с BMX, или просто какой-то велосипедной тематики, относящейся к BMX тематике. Вот, просто выкладывать фотки с хэштегом SchoolBMX, и лучше мы публикуем у себя на странице каждый день. Вот. Собственно, еще раз спасибо всем большое за то, что смотрите, за вашу ответную реакцию. С вами был Дима Гордей, новый юбилей, 50 тысяч подписчиков. Всем удачи и пока!